Так, заходим мы на другую линию, чуть-чуть повыше прошли. Там мы сейчас идем к очень интересному тоже месту. Здесь, по-моему, кстати, еще камера не была, скорее всего. В прошлом году мы точно не были здесь, да? Нет? А позапрошлым еще не знаю. Ну пройди, что ли, встал-то, господи, перед самой камерой прям. Умудрился же. Там вот домик классный. Ну, что-то никого нет. Ну, подожди ты, я тебя в твою задницу должен снимать, что ли? Женька! Да мне деться-то. Стоять сзади меня. Нет, идти надо. Зачем тебе надо идти? Ну, тут заборы с двух сторон уже. Ладно, сейчас я... Тут вот дубы стоят. Вот это вот вообще прям... Место мне так нравится. Такие дубы красивые. Ухоженные тут уже. Тут дача. Замки у всех висят. Забор другой, смотри, какой. Там тоже красиво. Там дерево какое-то пушистое, круглое такое. Можешь не пить? Молча иди. Здесь тоже красиво. Ой, не обгоняй. Здесь вот тоже красиво. Если кого? Федя. А, Федю встретим. Федя? Федя. А вот здесь вот вообще ухожено. Тут домик такой, помнишь? Как будто Бабьяга живет в нем. Такой странный, да. Ну нет, смотри, на территорию убрата. Значит, не заброшенный. Большая такая территория. Ну да, территория. Прям, мне кажется, два участка там. А, ну да, два, видишь, тут заканчивается, тут они второй. Здесь тут, наверное, тоже был, должен был быть участок. Поляночка тут такая, видите? Да, только надо очень аккуратно тут. Там колючки. А, ты вон там пошел? Как красиво. Смотрите внизу. Тут. Тут обрыв. Метров на 5. Да, метров 5 где-то обрыв. Сливы смотрят. Кто купает люди, не пойму, где рыбаки. А, рыбаки вон все купают. Да? Красиво как. Какой обрыв красивый. И оттуда вот этот обрыв тоже классно смотрится. А пляжик как раз не там. А это там пляжик, это обрыв, по-моему. Его видно вон. А там еще, смотрите. Классно как. Батарейка садится. С тобой первый раз набрели на это место. Угу. Это дерево подросло. Ну, здесь было больше вот так вот земли. Вот тут тоже она была. Тут уже обрыв скатывается, видимо. Водичка тут прям текет. Коряги торчат. Тот берег вообще зарос, смотря. Он не был, помнишь? Рыбаки, там женщина, мужик, или нет, или тоже мужик, что-то вроде платье. Там вот очень-очень красиво, очень красиво там. Мелкая слива. Классно смотрится. Жалко, фотоаппарат не взяла я с собой.
Да, на это можно любоваться часами. На это можно любоваться часами. Коряга, вон там как вода идет, льется, проходит, вернее, вокруг. Полетел. Их не успела я ее поймать. Полете только. Ну что-то летит зигзагами. Ну пойдем, а то в магазин. А вот так выглядит на обратном пути. Посмотрели мы с вами. Как он там? Ну он там. Что это вот это такое? Ну. Пошли той дорогой. Там два мужика с бреднем навстречу будут. С чем? Давно с бреднем, что ли? С бреднем? Это тоже давно было. Смотрите, мы в джунглях. Тут лианы. Там кто-то ходит. Там сейчас, наверное, Федор Петрович выйдет. Выползет, вернее. Да? Кто-то там ходит. Нет, это виноград на самом деле. И нет, надо было вид испортить. Женька обязательно пошел. Там кто тоже, кстати, пересохшая. Что, с грибами, что ли, идешь с палкой-то? Кстати, вот я говорил про озеро. Здесь было озеро, когда было разлив, оно было. А, так я тебе не про это. А то вот тоже такое уж. Да, ну, по-моему, сухое уже давным-давно вот это. А вот за прошлым году там было. Классно, смотрите, как. Красота какая. Ну да, тут тоже было озерце небольшое. Было очень-очень красиво. Смотрите, там видно дерево вот это. Иду. Камера опять садится. Вторая батарейка уже садится. Ты чё, как грибник-то идёшь, Жень? А? Ты чё, как грибник идёшь? Женька ходил за грибами и надыбал мороженое в магазине, да? Да, Жень? Как грибник прям идёшь. Женька начал ходить без майки. А то стеснялся в магазин раньше заходить. Как же так? Меня же увидят. Надо майку одеть. Как будто прям как... У тебя майка была просто, Жень, как лифчик. А отсюда неплохо смотрится. Сюда еще моя нога не ступала. Первый раз за 9 лет. Цветы какие красивые. Красивый дом. Лилии тут. Ай, колючее что-то. Малину поела я. А, там зонтики вон. Эти. Смотрите, все кабачки на одном месте. И темно-зеленый. Светленький. Здесь белый. Там желтый. Сколько кабачков. Надо домой забраться. Какой-нибудь. Да, тут совсем желтые какие-то вон. Странные. Они маленькие, наверное, просто. Да, мята там пожелтела уже вся. Посохла. Надо вот желтенький тот забрать. Так его везти в Самару далеко. Ай, мама. Очки. А тут тоже малина. Есть, оказывается. Тоже есть малина.
с той стороны пьяная. Это вот хрен растет, листочки. А тут вишня как висит, видите? Какой аромат сосисочки. Ароматные. Помидорка, господи, какая она малюсенькая, на сантиметр она в диаметре. Помидор, балук, огурчик, лучок, сосисочки, хлебушек и квас. Кстати, квас вот этот прям очень-очень вкусный. Есть вот домашний, есть еще окрошечный. Уже стало это попрохладнее. Что там еще? А, картошки. Давай, давай. Кого? Завтра если что, копанем. Ты не замерз? Нет. Прохладно. Становится. Такие были душные ночи. Ну, хорошо, что прохладно. Не хочу душных ночей. Что же мне тут? Какая у тебя тарелочка? Это? Ну, наверное, вот это здесь вот красивее, я смотрю. Это? А вот то это. Женька, Женька. Пак. Пак. Женька, как сарделька. Такой сгорелый весь. Да?